Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. На Mazda Tribute установили головное устройство на базе Android от компании TAZ, камеру заднего вида и видеорегистратор. Модель CC3 с диагональю экрана 9 дюймов. Встает штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все встает без щелей, без зазоров. По проводке подключается разъем в разъем. Адаптировали с подсветкой автомобиля. При включении габаритов автоматически уменьшается яркость. Включается подсветка сенсорных клавиш. Подсветка RGB. Ее цвет можно регулировать. Яркость дисплея также вручную можно регулировать. При желании можно выключить экран. Магнитол на фоне будет работать, но экран будет выключен. В бардачок появились дополнительные USB-порты и слот для SIM-карты для подключения к интернету. Также подключиться к интернету вы сможете, раздав его со своего мобильного устройства. Камера заднего вида включается автоматически при включении задней передачи. Здесь виден край бампера, поэтому очень близко можно подъезжать к препятствиям. Линии разметки регулируемые. Но здесь выставили вот как раз по краешку, чтобы было удобно парковаться. Изображение с видеорегистратора можно вывести на экран магнитолы, зайдя в специальное приложение DVR. Открывается изображение. Здесь есть система DAS. Можно просматривать материалы записанные. Здесь вы получаете все преимущества Android-системы. Можно скачивать любое приложение из Play Market. Некоторые самые популярные здесь уже предустановлены. Например, YouTube, Google Chrome, Яндекс.Навигатор. Есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки, либо для громкой связи. Для громкой связи мы отдельно вывели выносной микрофон, чтобы звук был качественный. Также есть эквалайзер, вы сможете подстроить звук под свои предпочтения. Есть функция разделения экрана, можно одновременно запускать два приложения. Видео будет работать в движении без каких-либо ограничений. Также голосовой помощник Алиса в Яндекс.Навигаторе будет работать. Все максимально быстро, плавно. Обращайтесь в нашу компанию. У нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих для оснащения для вашего автомобиля. Наши менеджеры обо всем расскажут и подберут лучший вариант. Также есть установочный центр, где наши мастера грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть своя служба технической поддержки. И доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Всем удачи!